Что я не могу вам сказать, что говорит штаб, потому что я имел допуск к этой информации, и я не имею права ее разглашать до, скажем, начала судебного процесса, когда я получу право, скажем, выступить по этому поводу на судебном заседании, если суд сочтет это необходимо. Вот, поэтому информация, которая точно, то есть могу сказать одно. Весь ход событий на уровне, управленческом уровне, кто принимал решение, кто писал замысел, как писался замысел операции, какие были допущены, что было учтено, а что не было учтено, какие ошибки, нарушения, отклонения от боевых уставов вооруженных сил были допущены, все действия военного командования на уровне командующего АТО, а всеми вооруженными формированиями в зоне АТО, начиная с 26 мая 2014 года, руководил один человек, командующий антитеррористической операцией на территории Луганской и Донецкой области, начальник генерального штаба Виктор Муженко, распоряжением, которое было дано главой СБУ, как человеком, который распределяет обязанности в антитеррористическом центре. То есть в антитеррористическом центре СБУ была создана структура штаб антитеррористической операции. Командующим операцией был назначен Виктор Муженко 26 мая, а 27 мая Виктор Муженко своим распоряжением утвердил начальником штаба генерала Виктора Назарова. Поэтому, в общем-то, все последующие события, которые рассматриваются в суде, они связаны с рассмотрением, прежде всего, действий двух этих должностных лиц. Поэтому все, что касается их управленческих решений, а также распоряжений руководителя сектора Б генерала Хомчака и руководителя сектора Б генерала Литвина, являлось предметом детального изучения. Вся информация была запрошена про все их управленческие решения, действия, либо бездействия, и проанализирована. И военно-тактическая экспертиза, проведенная по распоряжению главной военной прокуратуры, на все вопросы, кто давал приказы, что было сделано, что было не сделано, что должно было бы быть сделано, какая информация была учтена, какая не учтена, дала исчерпывающие ответы. Они есть в материалах судебной экспертизы. И я надеюсь, если все-таки уже спустя больше года суд когда-либо состоится, а он должен состояться, потому что, подчеркиваю, у нас не война, у нас мирное время в настоящий момент, а то погибло и пропало без вести 500 человек. Поэтому этим людям, как минимум, государство должно сказать, по какой причине их семьям, по какой причине они потеряли своих близких. Что стало причиной этой трагедии? Такого ответа близким до сих пор нет. Вот. Поэтому я думаю, что вот такие материалы позволят обществу получить еще более полную картину о происходящем. И все-таки заставят власти, да, решать эту проблему не на основе личных политических симпатий или амбиций, а на основе правосудия. А есть один путь – передать дело в суд, заслушать мнение сторон, учесть все документы и принять взвешенное решение. Я, мабуть, пропустил Киев пост Марк Рычкевич. Ведь именно кого наказ наданный? Это распоряжение руководителя сектора Б генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.